Ежедневно по этому тротуару проходят сотни людей. Это центр спального микрорайона Анапы. А самое главное, здесь находится школа. Вечерами дети возвращаются домой. Теперь по освещенному тротуару. Здесь установили 8 новых фонарных столбов. Очень прекрасно и хорошо, что администрация города так заботится о своих, как говорится, граждан. Завершился и монтаж ограждений в районе Восточного рынка. Металлический забор установлен вдоль тротуаров с улиц Парковой и проезда солдатских матерей на Анапское шоссе. Этот участок дороги представляет собой особую опасность. Здесь постоянно пешеходы, нарушая правила, перебегали дорогу. По поручению главы, естественно, все было по обращению граждан, ГИБДД, то, что там Восточный рынок, очень много людей перебегают дороги в неположенном месте. Работы по благоустройству города продолжатся. Уже сейчас готовится масштабный проект по замене остановочных павильонов на улицах города. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.